Куда это вы торопитесь, Федосья Николаевна? Разве у вас дело есть? Нет. Да-с. Там нужно чай разливать. Дуняша это сделает без вас. Посидите немножко с больным человеком. Кстати, хотел с вами поговорить. Послушайте, я давно хотел вас спросить. Вы как будто меня боитесь. Яс? Да вы. Вы никогда на меня не смотрите. Точно у вас совесть нечиста. Ведь у вас чиста совесть. А чего же я не быть чистой? Ну, мало ли чего. Впрочем, перед кем вы можете чувствовать себя виноватой? Передо мной это дело невероятное. Перед другими лицами здесь, в доме, это тоже неизбыточное. Разве перед братом? Но ведь вы его любите. Люблю. Всей душой, всем сердцем. Я Николая Петровича всем сердцем люблю. И вы его ни на кого не променяете. А на кого же я могу его променять? Финечка, ведь я видел. Что вы видели? Там, в беседке. А в чем же я тут виновата? А вы не виноваты. Ничем, нисколько. Я Николая Петровича одного люблю. Одного на свете и век любить буду. А что вы видели? Так я на страшном суде скажу, что вины моей в том нет и не было. И лучше мне умереть сейчас, коль меня в таком деле подозревать могут, что я перед моим благодетелем Николая Петровича... Любить, Фенечка, моего брата. Он такой добрый, хороший человек. Не изменяйте ему ни для кого на свете, не слушайте ни чьих речей. Подумайте, что может быть ужаснее, чем любить самому и не быть любимым. Не покидайте никогда его бедного Николая. Что с тобой? Ты не хуже себя чувствуешь? Нет, напротив. Произошло у вас тут что-нибудь, что ли? Брат, дай мне слово исполнить одну мою просьбу. Какую просьбу, говори? Она очень важна. По моим понятиям, от нее зависит все счастье твоей жизни. Брат, исполни обязанность твою. Обязанность честного, благородного человека. Прекрати соблазный дурной пример, который подаются тобою, лучшим из людей. Что ты хочешь сказать, Павел? Женись на Фенечке. Она тебя любит. Она мать твоего сына. Ты это
говоришь, Павел? Ты, который всегда был непримиримым противником брака между дворянами и иными сословиями, ты это говоришь? Ты ведь только ради уважения к тебе я не исполнил то, что ты называешь моим долгом. И напрасно же ты уважал меня в этом случае. Я начинаю думать, что Базаров был прав, когда упрекал меня в аристократизм. Ой, нога! Брат, венчайтесь в один день. Аркадий с Катериной, вот как бишь ее. Сергеевна. Да, Аркадий с Катериной Сергеевной, ты с Фенечкой. А я как, вы поженитесь? Уеду куда-нибудь подальше, в Дрезден или в Флоренцию. И буду жить там. Пока, Корея. Приезд его. Надоели ему маленько. Теперь-то надо быть умнее. Ну как? Так оно уже не болит. А ходить все равно не способно. Пальцами так можешь сделать? Могу, а чего не мочь? Да не на руке, а на ноге. Как это? Как рукой, так ногой. Нога та же рука. Скажи, что же, барин? Нога это нога. Вот. Тебе упражнять ногу надо, а то хромым можешь остаться. Пальцы согни. Это как? О, Господи! Вот так вот взял. Держишь крепко. Оп. А теперь зачем? И так каждый день. Большая ты свинья, хуже малого поросенка. У тебя жена колдунья. Чего это ты, барин? Я вот смотрю на тебя и думаю. Вас, говорят, вся сила и будущность России. С вас начнется новая эпоха в истории. Вы дадите язык настоящий и закон. Ну, давай. Излагай мне свое воззрение на мир. А мы моем. Потому, значит, какой положим у нас примерный предел. Ты мне лучше растолкуй, что такое есть, по-вашему, ваш мир. И тот и самый этот мир, который стоит на трех рыбах. Это, батюшка, земля стоит на трех рыбах. А против нашего, то есть миру, известна господская воля, потому что вы наши отцы. А чем строже барин зыщет, тем милее мужику. О чем толковал? О недоимках, что ли? Какой недоимка? Болтал кое-что почесать, и язык захотелось. Известно, барин. Да разве он что понимает? Где понять? Ты что на него не уронил? Ой, Инюша, ой. Сокрушает меня, Инюша. Он не то, чтобы недоволен или сердит, это бы еще ничего. Он огорчен. Грустен он. Вот что ужасно.
И все молчит, а? Хоть бы побронил нас с тобой, да? Худеет, цвет лица такой нехороший. Господи. Я бы надела ему на шею, это ладно. Кто? Он же не позволит. Прости, Евгений, я у тебя тут вторую Помпею учинил. Шейнраухера искал, и вот ты не огорчайся. Мы с Тимофеичем в один момент реставрацию устроим, восстановим статус-кво, и все будет. С чего тебе Фейнраухер понадобился? Да понимаешь, тут одна баба. Интересная история. У нее боли в подвздошной левой области. Я диагностировал кишечный колик. Судя по всему, сигмовидная кишка. Велел прикладывать теплое. А я сейчас ее опять привезли. Спазм не купировался. Эк, нагородил. Ты сам-то все слова понял? Говори по-русски. У бабы живот болел, так? Ты ей тепло прописал. Боли усилились? Говорит, что усилились. А с чего ты решил, что это спазм? Ох, помилуй, Евгений, если не спазм, так это что же это? Перитифлит, воспаление аппендикса. Ну, Евгений, уж ты меня прости, но аппендикс-то справа. Что, в нашей губернии про ретроградное расположение не слыхали? Как ты сказал? Ладно, пойдем. Сам посмотрю, если твоя баба еще не померла от твоего лечения. Да тяну. Сейчас показать. Верхний край от себя назад отклони. На стол. Не в лицо мне, а на стол. Вася. Глянь, Арина, у Янюши комната на север выходит, а теперь тут солнце будет. Погляди. О, как ты хорошо придумал-то, Вась. Теперь у Янюши для работы-то еще способнее будет, а? Слава богу, хандрить перестал. Вчера увидал, как я собирался к заутренне, так меня отделал чудо. Я, видишь ли, решил природу обмануть. У тебя теперь всегда на столе будет солнце. Так сказать, встреча двух светил. Это в одном журнале был чертежик. Отец, нет ли у тебя адского камня? Ляпис? Есть на что тебе? Нужно. Ранку прижить. Кому? Себе. Как себе? Да на что же это? Какая ранка? Где она? Да вот на пальце. Сегодня поехал в деревню. Ну, ты знаешь, откуда мужика тифозного привезли. Они его почему-то решили вскрывать. А я давно не упражнялся. Ну? Ну, и попросил уездного врача. Ну, и порезался. Ради самого Бога, позволь мне это сделать самому. Как ты охотник до практики. Пожалуйста, не шути. Покажи палец. Ранка-то невелика. Угу. Больно? Опирай сильнее, не бойся. Полагаешь, Евгений, не лучше ли прижечь железом? Это прежде надо было сделать. Но теперь по-настоящему и адский камень не поможет. Если заразился, поздно. Как поздно? Еще бы. С тех пор 4 часа прошло. Слишком. А что же, у уездного врача не было при себе адского камня? Не было.
Как это может быть такая необходимая вещь? Ты бы посмотрел на его ланцеты. Сейчас, пожалуйста, ступай. Я с дороги отдохнуть хочу. Матери не говори. Вот интересно. Этот мужичок страдает иктером. То есть желтухой? Да, хроническим иктером. Я его лечил и золототысячником, и зверобоем, но это все паллиативные средства. А ты? А ты почему ничего не ешь? Вроде бы кушанье приготовлено хорошо. Не хочется, так и не ем. Аппетита нет. А голова не болит? Болит. Чего же не болеть? Ты прости меня, Евгений, но не позволишь ли я пощупаю твой пульс? Я не щупаю тебя, скажу, что у меня жар. И озноб есть? Был и озноб. Я пойду лягу. А вы пришлите мне липового чая. Простудился, должно быть. Тут я слышал, ты ночью кашлял. Простудился. Пойдем, Анфиска. Нужно липового Свету заварить. Может, еще меду надо принести? Угу. Почему бредишь, что за вздор? Из 8000 вы еще здесь, и сколько выйдет? Кто там плачет? Мать бедная. Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом. Нюша! Василий Иванович, ты-то что нюнишь? Ну, коли твое христианство тебе не помогает, будь философом, стоиком, что ли? Какой я философ? Сердись, только не послать ли в город за доктором? Напиться дай, пожалуйста. Старина, мое дело дрянное. Не нужно врача. Я заражен, и через несколько дней ты меня хоронить будешь. Евгений, как это ты? Бог с тобой. Ты простудился. Врачам говорить такое непозволительно. Все признаки заражения ты это сам знаешь.
Где же признаки? Помилуй. А это что? Положим. Положим, даже если что-то вроде заражения. Эпидемии. Да, вроде эпидемии. Эпидемии. Али, ты позабыл свои тетрадки. Да, да, как тебе угодно. Но тут только мы все-таки тебя вылечим. А это уж дудки. А ты выполнишь одну вещь. Пока моя голова мне принадлежит, завтра-послезавтра ты сам знаешь, мозг мой в отставку подаст. Я когда лежал, и все казалось, что вокруг меня собаки красные бегают. И ты надо мной стойку делал, как над тетеревом. Точно пьяный. Ты меня понимаешь? Евгений, ты говоришь совершенно как должно. Тем лучше. Ты хотел за врачом послать. Этим ты себя потешил. Теперь потешь меня. Отправь Нарочного. К Аркадию Николаевичу? Какому Аркадию Николаевичу? К этому птенцу. Нет, 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 ты его не трогай. Он теперь в галки попал. Нет, это... Не беспокойся, я еще не брежу. Пошли Нарочного к Одинцовой Анне Сергеевне. Здесь помещица такая живет, знаешь? Евгений Малбазаров просил кланяться и просил передать, что умирает. Исполнишь? Исполню, только... Как это возможно, чтобы ты умер? Ты, Евгений, сам посуди, где же тогда будет справедливость? А я теперь не знаю. Ты только Нарочного отправь. А я теперь опять к моим собакам. Странно. Я хочу остановить свою мысль на смерти. А никак не получается. Только какое-то пятно. Молись, Арина, молись. Наш сын умирает. Тебя зовет, просит, чтобы ты его причесал. Илюша. Слава Богу, наступил кризис, прошел кризис. Ты помнишь? Послал? Послал, как же? Сын мой, дорогой мой, милый сын. Что, мой отец?
Евгений, Евгений. Тебе теперь лучше, даст Бог, ты поправишься, но воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью, причастись, исполни долг христианина. Каково-то мне говорить тебе, это ужасно, но еще ужаснее, ведь навек. Подумай, Евгений, каково-то. Я не отказываюсь, если это вас утешит. Но мне кажется, торопиться не нужно. Ты же сам сказал, что мне лучше. Лучше, лучше. Ну, кто знает, ведь все в Божьей воле. А исполнивши долг... Я подожду. Я с тобой согласен. Кризис наступил. Если даже мы с тобой ошиблись, что ж, беспамятных причащают. Помилуй, Евгений. Я подожду. Теперь я спать хочу. Не мешайте мне. Я Одинцова, Евгений Васильевич. Вы его отец? Благодетельница. Еще жив мой Евгений, и теперь будет спасен. Арина, к нам ангел с неба. Я привезла доктора. Арина! Сюда! Что? Уэздер, пациент лежал. Здесь, Вестестергер, коллега. Пожалуйста, за мной. Ах, как хорошо. Как хорошо. Ах, как хорошо. Я сейчас. Чаю. Я верю вам, вы спасете. Вот, возьмите, пожалуйста. Не отказывайтесь. Вам сейчас нужно, я знаю. Я сама была. Спасибо. Я этого не ожидал. Это доброе дело.
Ну вот мы еще раз и увиделись. Евгений, Анна Сергеевна тоже надеется. Отец, оставь нас. Ну, спасибо, спасибо. Это по-царски. Цари тоже иногда, говорят, посещают умирающих. Евгений Васильевич, я надеюсь. Анна Сергеевна, станемте говорить правду. Я конченый человек. Попал под колесо. И выходит, нечего было даже надеяться на будущее. Старая шутка, смерть о каждому вновь. Пока не трушу, а там придет без памятства и... Ну, что вам сказать? Я любил вас. Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь и подавно. Любовь — это форма, а моя собственная форма уже разлагается. Не тревожьтесь. Сядьте там, не надо ко мне подходить. Болезнь моя заразительна. Великодушная. Как близкая, какая молодая, чистая, свежая. В этой гадкой комнате. Ну, прощайте. Живите долго. Это лучше всего. И пользуйтесь. Пока время. Смотрите, что за безобразное зрелище. Червяк полураздавленный, еще топорщится. Я ведь тоже думал, наломает дров, дел много. Не умру, куда? Задача есть, ведь я гигант. А теперь вся задача гиганта, как бы умереть поприличнее. Хотя никому до этого никакого дела нет. Ну, прощайте. Послушайте. Ведь я вас тогда так и не поцеловал. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, елеем благоутробия, владыка, утешая и присно души купные телеса человеческое, и храня елеем верное, самый ныне ущедрый елеем приступающий к тебе. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Твоя милость, владыка, полна есть вся земля, тем же елеем божественным твоим честным помазуем и днесь, еже паче ума твоей милости верно просим тебя податися нам. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Помазание священное Твое, человеколюбие апостолом Твоим, на немоществующие рабы Твоя, совершать и милостивно заповедуй, тех мольбами вся печатью Твоей помилуй, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Едино мира, пучину чистое оружие, я же к Богу молитвами Твоими присно, недугов и скорбей, Твоего раба избави, я когда непрестанно возвеличит Тя. Представился.
говорил. Я возропщу. Это справедливость, милосердие. Когда же мы приступим, Виктор? К чему? К статье. Столько пишется всякой дряни о всяких ничтожествах. А мы? Название должно быть строгое, яростное. Памяти Базарова, например. Дадим друг другу честное слово, что завтра же приступим. Впрочем, лучше не завтра. Лучше понедельник. Да. Это наш неоплатный долг. Я готов хоть сейчас. Впрочем, и в понедельник. Главное, чтобы обязательно на той неделе. Действительно, столько всяких... Все-таки женитесь. Евдоксия, но ведь это же ничего не меняет. Княжна, она ведь тоже. Нет. Я хочу сказать, мы вместе. Нет. Вы ее узнаете. Нет. И... Вы не созданы для нашей горькой, терпкой, бабольной жизни. Нет, наша пыль выест вам глаза, наша грязь вас заморает. Вы не доросли до нас. Вы предали дело Базарова. Прочь из моего дома. Евдоксия, вы сегодня несправедливы. Я зайду в другой раз. Опоздаем. Прощай, брат. Брат.
дядя. Фенечка, Дуняш, несите Митю в дом, холодно. Николай Петрович, Николай Петрович, вы без шапки. Знаешь, есть нечто сходное в судьбе твоего дяди и бедного Базарова. Но дядь твой жив, слава богу. Да только жив ли?